махнув руками, отталкивался от воздуха воздуха и поднимался ввысь. Взлетал в родном классе до самого потолка, высоко смотрел на одноклассников и удивлялся, почему люди не летают как птицы. А потом поверх толпы, по длинным узким коридорам на улицу, высоко в небо, щипало за лучи желтое солнце, толкало в мягкий бок облака, летало на перекате с ветром, а потом, устав, опускалось на крышу какого-нибудь дома и смотрело на прохожих там внизу и беспечно болтало ногами. Она часто летала во сне и была этим счастлива. Была счастлива тем, что она летает. Летает. И еще тем была она счастлива, что сон был таким чистым, светлым, радостным было лицо и спокойным. Но каждый раз, почти каждый раз, она в страхе просыпалась, приближалось что-то страшное, ужасное приближалось, и все, сон обрывался, обрывался сон, она кричала и просыпалась, и понимала, что она совсем не умеет летать, и даже ходить она не может после той страшной аварии. Но она не плакала, нет. Все слезы давно выплаканы, она тянулась рукой к стакану с водой, делала несколько глотков, потом закрывала глаза, улыбалась и засыпала, чтобы взлететь над городом, над людьми.